В Волгограде прошел большой российско-германский фестиваль на открытом воздухе, который на протяжении 3 дней радовал волгоградцев актуальными направлениями музыкальной жизни Германии и России. Одним из самых массовых стал 2-й день фестиваля, который был посвящен молодежной культуре, стрит-арту, брейк-дансу и хип-хопу. А вечером состоялся концерт с участием немецких и волгоградских рок-групп. Примечательно, что в фестивале участвовали не только именитые артисты, но и начинающие. Олег Майер и Дмитрий Мирошниченко – непосредственные представители хип-хоп-культуры. За плечами уже имеют большой сценический опыт, но на таком международном мероприятии выступают впервые. Я вообще был в другом городе, и мне прислали уведомление, то, что приглашаем вас на фестиваль, не хотели бы вы принять участие. Вот. И я, конечно же, с радостью согласился. Народ настроен на позитивный лад, вообще на волну поддерживают. Мне очень нравится. 2013 год объявлен в России годом Германии, и уличный фестиваль стал не только визитной карточкой Волгограда в эти выходные, но и еще одной точкой опоры в сотрудничестве наших стран. Татьяна Левашова, Олег Буравцев, Денис Орлов, Волгоградское деловое телевидение.